Всем привет! Я Маргарита Бонки. Вы находитесь у меня на канале, на YouTube. Сейчас мы будем рисовать креативный портрет. Вот этот портрет тоже в креативном стиле был сделан по фотографии. Но на этом листе формата А3 я буду рисовать портрет еще в более креативном стиле. Начинаем! Эту картину потом вы можете приобрести. Кто хочет, тот может приобрести. Будет у меня на сайте или на странице ebay.de. Начну я с головы кота. Голова кота у нас более овальной формы. Так, кот веслоухий, длинношерстный, поэтому на самом деле начинать можно рисовать откуда угодно, хоть с головы женщины, которая держит этого кота, либо самого кота. Ну, я рисую по наитию, как мне больше нравится, поэтому я рисую, как я хочу. Да. Кот пушистый, поэтому у него есть такой воротник. Так как портрет пишется в креативном стиле, то все детали, они утрируются и преувеличиваются, и более абстрактизируются. То бишь, приобретают все более абстрактное, схематическое, более абстрактное, схематическое звучание. Такие лапочки. Так как женщина держит этого кота на руках, у него свисают лапочки, лапульки, лапульки, лапки, лапочки. Вот таким вот образом. Здесь у него продолжается спинка. Спинку мы сделаем такую. А здесь у женщины идет рука. Она его держит на руках. Так как это кот, он имеет усы. У него есть усы. Я покажу эти усы вот таким образом. И усы у него есть еще вот тут. Кот пушистый, поэтому тоже можно показать сделать пару штрихов, показать, кое-где сделать пару штрихов, показать, что кот имеет шерсть, имеет некую форму, имеет шерсть на ушках, несколькими волосками, несколькими штрихами, показать, что его шерсть имеет структуру, чтобы было понятно, что кот пушистый. Так, ну вот, красавец получился. Теперь я перехожу к объекту, который держит кота на руках, к женщине, которая держит кота на руках. Я тоже ее делаю более
абстрактной, более с абстрактными линиями. То есть утрирую ее черты лица в форму современного искусства, перевожу. Но не забываю, что это портрет, и все-таки портрет должен, несмотря на его современное звучание, все-таки он должен напоминать и указывать на обладателя этого портрета, то есть на того, кто изображен на портрете. То есть черты лица, они должны быть узнаваемы на портрете. Я делаю глаза более большими, утрированно большими. Таким вот образом, чтобы было, выглядело это креативно, потому что в современном искусстве нет границ. Нет границ, и никто не может сказать, где можно остановиться, а где правильно, а где неправильно. Границы в современном искусстве устанавливаем мы сами для себя. Такие работы пользуются спросом у ценителей, почитателей. Те, кто любит что-то нестандартное, что-то свежее,